Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем говорить про увеличение губ. Я поделюсь своим опытом, как я решилась на это и вообще все тонкости увеличения губ. И наконец-то отвечу на вопрос очень многих, что с моими губами. Прежде всего я хочу начать с предыстории. Губы я увеличиваю уже больше 2 лет. И когда я решалась это делать, это не было настолько повальным событием, насколько это сейчас можно встретить, да, и не было такого большого выбора косметологов. Не было, наверное, у меня какого-то опыта и мудрости в этом вопросе, потому что первый раз, когда я решила делать губы, я пошла вообще к первому попавшемуся косметологу. Впрочем, какие истории с моей ринопластикой. Как бы мы сейчас не об этом, мы сейчас про увеличение губ, тему про ринопластику, думаю, я отдельно видео сниму. Впервые я увеличила губы, и на тот момент мне казалось, что у меня просто мега вау-эффект, что я такая вот губатенькая, и что все у меня хорошо. И первый препарат, которым я увеличивала губы, это был корейский препарат Avouage. Лицензия этого препарата была куплена одним из украинских заводов. Стал выпускать этот филлер. Я им сделала укол буквально через несколько месяцев после запуска этой продукции в Украине. К сожалению, видимо, врачи тогда еще не опробовали его, либо что-то еще. Ну, в общем говоря, препарат этот, в принципе, простоял крайне мало. Я не скажу, что я была довольна эффектом. То есть, довольна эффектом я всегда бываю после процедуры, когда у меня губы еще в отеке, когда они такие, ну, очень явные, очень играющие на лице. А когда уже, ну, проходит какое-то время, то также очень часто люди задаются вопросом, а сколько будет держаться эффект от процедуры. Тут я хочу ответить на этот вопрос, что это все сугубо индивидуально. Тут действительно все сугубо индивидуально, потому что если вы делаете, к примеру, эту процедуру впервые, и вы ведете не совсем здоровый образ жизни, да, вы пьете, вы курите там, то, естественно, ваша кожа изголодавшаяся, и, соответственно, она будет забирать эту гиалуроновую кислоту, и она у вас очень быстро, к сожалению, пропадет эффект, потому что кожа все равно, сколько стоит ваша гиалуроновая кислота, она просто сголодалась, и она хочет какого-то питания. Поэтому у большинства девушек действительно эффект от первого укола очень быстро сходит на нет. У меня первый раз филлер простоял, этот корейский Avouage, около, наверное, 2-3 месяцев, и вообще эффект от укола, да, от контурной пластики у меня вообще в принципе сошел на нет. Очень многие спрашивают, какой препарат лучше всего выбрать. Я считаю, что в этом вопросе вам поможет косметолог, потому что, как правило, они работают на нескольких брендах, которые им больше всего нравятся. За свою историю увеличения губ я попробовала разные препараты. Как я уже говорила, первый препарат, который я использовала, это у меня было 2 укола Avouage. Это корейский препарат. В небольшом промежутке я сделала 2 укола, но, к сожалению, эффект очень быстро сошел на нет. Я осталась крайне недовольна, но единственный, наверное, плюс этого препарата в том, что он действительно очень быстро рассасывается. То есть для тех девушек, которые сомневаются, стоит, не стоит брать, это самый отличный вариант, потому что вдруг вам не понравится, там в течение 2 месяцев у вас там не будет увеличенных губ. Хотя, если честно, я даже не понимаю, как может не понравиться увеличение губ. В дальнейшем я пробовала немецкий препарат The Feel. Он на тот момент появился только на рынке. Я его увидела на бьюти-выставке Intercharm. И я поговорила там с косметологом, вот, и в дальнейшем я приняла решение сделать увеличение губ именно этим препаратом. По цене он был намного дешевле, чем там другие препараты, да, аналоги на рынке, вот, и в принципе у него была достаточно заявлена высокая плотность, потому что насколько долго будут у вас стоять губки, это зависит, значит, очень выше плотность, тем, ну, как бы дольше у вас гиалуроновая кислота, она будет дольше рассасываться. В дальнейшем я делала уколы препаратом Сорджидерм, это было раза 3-4. Меня он полностью устраивал, он мне всем нравился.
Стоимость у него была не самая дешевая на рынке, но у меня усваивала плотность этого препарата, он у меня неплохо достаточно держался. И, в принципе, я была всем довольна. Пока я, зайдя на страницу какому-то косметологу, я не увидела информацию о том, что фирмы с Оржедером больше нет. Филлер это там с декабря вот, этого месяца. Да, он не будет выпускаться, и как бы все сворачивается от производства. Не помню по какой причине, но там что-то, мне кажется, что то ли директор этот ушел в какую-то другую фирму, то ли, ну, какая-то такая новость, если честно, сейчас не припомню. Наконец-то пришла пора попробовать самый топовый филлер, который есть у нас на нашем рынке. Это филлер Ювидерм. Он имеет самую большую стоимость, но мне, в принципе, было все равно, потому что я знаю, что этот филлер, он из всех препаратов, которые существуют на рынке, он держится дольше всего. То есть заявленная производителем, так сказать, стойкость от, по-моему, от 10-12 месяцев. Некоторые препараты, они стоят даже по 15 месяцев. Хотела долгое время пробовать этот препарат, потому что он по стоимости имеет другую стоимость. Уже решила, что все равно деваться некуда. И я решила попробовать этот препарат, потому что я хотела узнать, почему такая высокая стоимость. Действительно ли он так долго носится? Я надеюсь, что я через полгодика или того, через год я сниму видео, я буду просто в восторге от этого. Как часто нужно делать процедуру увеличения губ? Как часто вообще, в принципе, можно? Мой косметолог, у которого я была, она не рекомендует делать чаще, чем раз в месяц. И то вот, то есть, должен с последнего пола пройти месяц, либо больше, для того, чтобы вы могли сделать повторную процедуру. Как часто делаю уколы я? В принципе, в среднем я делаю раз в 4 месяца. Вот, раз в 3, раз в 4 месяца. И именно поэтому, потому что я, ну, я считаю, что это достаточно часто, да, потому что производитель заявляет одно, но как бы препарат достается, конечно, немножко быстрее. Вот, и поэтому я приняла недавно такое стратегическое решение, что я хочу заменить всю гиалуроновую кислоту, которую у меня есть сейчас в губах, я хочу заменить на долгоиграющие филлеры, которые могут и там и год держаться, и даже полтора некоторая линейка. Поэтому я сейчас как раз таки в процессе замены моего препарата, который у меня есть в губах. Последнее увеличение губ я делала буквально 3 дня назад. То есть у меня еще, наверное, есть небольшой отек. Но, в принципе, в целом я очень довольна результатом. Я в этот раз пришла к другой девочке, и мне очень понравилось, как она мне сделала увеличение губ. В дальнейшем я хочу просто еще немножко больше верхнюю губу сделать, для того, чтобы она выглядела более выразительно на моем лице. Я знаю, что анатомически это не совсем правильно, да, потому что у европейской расы обычно нижняя губа больше, а верхняя меньше. Но мне нравится, когда верхняя слегка побольше. Как нужно ухаживать за губами после процедуры? Прежде всего, не употреблять несколько суток алкоголь. Не ходить в сауны, в бане, не париться в горячей ванне, потому что именно эти моменты они могут увеличить отек, вот, и у вас, ну, как бы будет такое неприятное ощущение в губах. В среднем отек на губах держится где-то 2-3 дня, вот, и гель такой еще твердый, сами губки твердые, а потом они потихонечку постепенно размягчаются, и вообще уже через неделю вы даже забудете, что вы делали укол. Также после процедуры контурной пластики не рекомендуется употреблять очень горячую пищу. Это относится также и к напиткам, то есть ни горячего чая, ни горячего кофе не должно быть в вашем рационе следующие несколько дней после увеличения губ. Очень многих интересует, больно ли делать увеличение губ. На самом деле, да. Очень больно, но все-таки, опять же, это индивидуальная чувствительность. Не всегда все процедуры больно. Я понимаю, что я 10 минут потерплю, даже меньше, 5.
последняя девочка, которая была, она вообще очень быстро делает. Я даже не успела понять, что происходит и почему мне так больно. Вот, ну где-то 5 минут в целом потерпеть. До этого обычно делают аппликационную анестезию, то есть кладут мазь, которая с лидокаином, она замораживает ваши губки, и вас сам укол, сам прокол губ, он будет не сильно беспокоить. Я могу сказать, что в какой-то мере моя жизнь изменилась с тех пор, как я стала увеличивать губы, потому что ну, ты, во-первых, себя начинаешь абсолютно по-другому воспринимать. Плюс лицо с увеличенными, да, с крупными активными губами, то оно выглядит абсолютно на самом-то деле по-другому. А с учетом всех моих остальных изменений, которые я сделала на своем лице, то это, конечно же, полностью меняет внешность. И нужно быть к этому готовым. Также я считаю, что ну, лично в моей жизни, да, они сыграли не последнюю роль, то есть я сейчас очень в себе уверена, особенно я в себе уверена, когда у меня вот в губах стоит то количество миллилитров, которые сейчас, и я вообще, в принципе, безумно довольна тем, что я когда-то решилась, там, 2 года назад или 2,5, я решилась попробовать эту процедуру, потому что внешность, она действительно, она преображает, она делает вам, знаете, такой холеный вид. Вы выглядите, вы сразу начинаете выглядеть очень дорого, очень так, ну, я не знаю, дорого то ли это слово, но так очень стильно. То есть даже если вы используете небольшое количество, да, препаратов, то, ну, все равно это даст вашему лицу, вашим губам какую-то сексуальность. Я считаю, что это прекрасно, особенно для девушки. Это всегда будет идти, это всегда будет красить. К тому же гиалуроновая кислота, она очень безопасная, в отличие там от биополимера. Вот, и лично в моей жизни поменялось, наверное, прежде всего это отношение к самой себе. Я стала видеть в зеркале абсолютно другого человека, которого я люблю, которого я понимаю, да. Когда ты сам себя понимаешь, у тебя абсолютно все меняется в жизни, ты становишься более уверенным, и люди, которые тебя окружают, и события, которые складываются в твоей жизни, они складываются именно так, как ты хочешь. Я понимаю, что это заслуга, да, не только там моих губ, да, каких-то моих финансовых вложений, это прежде всего моя заслуга, да, потому что моя жизнь сейчас меняется, да, в определенном очень позитивном русле. Но я могу сказать, что вкладываться нужно всегда только в недвижимость и в свою собственную внешность. На те инвестиции, которые вам всегда окупятся, и вы всегда будете знать, куда вы вложили деньги. Мне кажется, что это видео получилось слегка мотивирующим на увеличение губ, но я ничего не могу с собой поделать. Мне действительно нравится, когда у девушки увеличенные губы. Всем спасибо за просмотр. Я была очень рада поболтать на эту тему. Надеюсь, я ответила на вопросы очень многих подписчиков, которые мне пишут в комментарии, что с твоими губами. Вот, я вам даю ответ. Они просто у меня очень красивые. Всем спасибо, всем пока!